Так, запустить. Так, запись запустить. О. Страшные картинки. Да, темные картиночки. Аналогия. Или что там? Так. О, здравствуйте. Кстати, ой, постройки. Ультра? Почему? А, я знаю почему. Потому что не поставил. Ладно, пофиг. Ладно, пофиг. А на это... Неважно. А что, приглашай? Хотя пригласил. Сейчас Да? еще раз. Да? О, А, подожди, вот или я могу пригласил. сам. Подожди. Или я сам могу присоединиться, подожди. Играть. Попробуй. А! Да, продолжить. А, все. Тогда я Все вот так вот. готово? Да. Кстати, пока мы не начали, ребята, знаешь, Рауль, мы спасли одну жизнь только Да? что. Да ладно. Да, ладно. Ты даже не угадаешь, кого ты спас. Да ладно, я кого-то спас? Да. Дай угадаю. Кто с этой аллергией на астму? Да. Ну надо же, приятно. То есть она могла погибнуть. Да. Я доволен. Курик-курик. Так что пока что... чего? Готов. Окей. Через 2 секунды. Раз, два, три. Начинаем кино. Да, киношка продолжается, кстати. Режиссер не подозревает, что он сам в фильме. Да. Так, Наведись на второй игрок. Отлично. Я знаю. Three, two, one. Ладно, гений. Где будем искать Дюмета? Я не ищу Дюмета. Я планирую... Смотри. А, все. Жду. Да. Ага. Окей, все, готово. Продолжить. Извините. Это я это свои технические опять проблемы решаю тут. Съемки. Если вдруг его встретим, отлично. Кошмар. О! Тебя правда только это волнует? Нет, конечно. Кейт, скажи. Ты сама Как ты знаешь, когда мы включим Он камеру, она захочет зажигалка. оказаться Да. в кадре. Слушай. Вот именно. Типа старый, значит, да, Да? зажигалка. Слушай, опять я это самое. Опять я за шоколадку играю. Да. За доллар за месяц. Подожди. Это самое. Так. Ты меня в темноте не найдешь, Рауль. Ага, я Что тебя за вижу. херня творится? Там... Что случилось? Я не знаю. А, факел. Вот так. Ой, факел. Да. Это сам свет. Осмотреть документы. А, Открыть. открыть. Эй, Чарли! Сюда! Чарли хочет показать. Вот. Пиздец, страшно. Это краска. Так? Да. Ни хрена, это не краска, это кровь! Кровь, Чарли! Вот Ты именно. подожди, ты психовать. Мы знаем лишь, что здесь тащили что-то, с чего текла кровь. И ты считаешь это нормально? Странновато, конечно. А. Чего ты хочешь? Наверняка это Дюмет или его смотритель притащил из леса мертвое животное. Конечно, да. Нам на ужин. Господи, такой наивный. До невозможности. Подожди, документ почитать. Может, это узнаем. Ай. Ой, ой. Остолстело, ебать. Надо меньше вина пить. Добро пожаловать на наше представление. А это А, я еще не могу. что? Грантом Дюмет представляет. Дюмет?
Что? Окей. Так он здесь? А я могу выйти? Да, я могу выйти. А я почему не могу? Слушай, а я могу выйти? Закрыто. Ладно. А я... Не успел исследовать. Да ладно, подумаешь. Ну знаешь, что какой-то чёртнутый дворецкий хочет что-то сделать. Не, мы можем это самое, это как её называется-то, перезапуститься, если хочешь. Не-не, ты можешь прочитать. Открыть. Ну. Открыть. Потому что я не могу открыть, потому что тут нужна твоя помощь будет. А, ладно, может я выберусь. Свет. Хожу по коридору. Опа, еще документ. Зубной врач. А нет, это... Оу. Федеральное бюро расследования Вашингтон, ОКО Колумбия. Служебная записка. Дата 9 октября 1997 год. Кому сам Виктору Миндзю от заместителя директора Честера Белла. Каннский убийца. Чикаго нужна наша помощь. Возможно, у них появился серийный убийца. Обнаружены две жертвы. Но, скорее всего, их будет больше. Ой. Верни запись. Вот. Вы отлично себя проявили в деле Шармана, поэтому завтра же улетаете в Чикаго для начала расследования. Я знаю, что вы уже помогли местным с обучением, так что с отделением вам будут рады. С подробностью знаете при прибытии О'Хара. Ёпперсоте. Все плохо дело. Одни маньяки, одни убийцы. И они еще имеют старинные дома. Почему убийцы хорошо так все живут? Так, осмотреть. Фу. Назад. О, это ты! Тьфу ты! Чёрт. Перчатки охотника, да? А там занимается любовью с Габановым. Ну, конечно, да-да. Все безобидно. Ты слышишь? Помогите! Эй! Какого? У-у-у! Да ладно! Пожалуйста! Прошу! Я все сделаю! Что с вами? Вас пытали? Ой-ой-ой! Стой! Смотри! Под ноги надо было смотреть! Ой-ой-ой! Что это? Какая-то ловушка. Если сойдешь с пластины, эта хреновина его насквозь проткнет. А если положить что-нибудь на пластину? Тяжелая. Да! Эй, помогите! Помогите! Помогите мне! Джейми. Уйти, а... Уйти надо? Я не знаю. Ты меня спас. У меня тоже был выбор. Господи. Остаться ли уйти? Эти, дай руку. Давай же. Черт. Мы кого-то убили. Из наших? Я не знаю. Наверное, нет. Что я сделал? Надо съебывать. Живо. Чарли. Что скажет, это все отзыв. Ага, пранк, ёпта. Пранк же жесткий. У нас было пятеро ведь, правильно? Да. Ты... Ты видела? Маску. Это что было? Блядь, что за хрень? Ловушка. Боже. Мы в ловушке. Что делать? Нужно решетку ломать. Так,
На счет три. Да-да-да. Раз, два, три. Давай. Слышал? Да. Что происходит? Подожди. Так. Так это третья. Так, и это четвертый. Нашла свой кристалл? Не делай так. И это не смешно. Прости, ты не сильно поранилась? Камень жутко острый и, конечно, волшебный. Это кристалл аметиста. Он успокаивает и окружает защитной энергией. Знаю, помню. Раз знаешь, не называй его камнем. Просто мне кажется, что тебе стоит взять ответственность за свои эмоции, а не перекладывать все на кристалл. А холодность или уступчивость? Возможно, ты прав. Может и так. Но издеваться не обязательно. Да. Ладно, я зря так грубо себя повел. Извини. Забей. Сейчас не время и не место. Я должен сказать. Так. Днем ты вспоминала вакансию оператора. Ты кое-что не знаешь. Что именно? Не было такой вакансии. В каком смысле? Помнишь Мюррея? Он хотел открыть студию в Бруклине, галерею. Искал партнера. Это ж твоя мечта. Да. На этом невозможно заработать, и я подумал... Ты решишь, что я свихнулся? Это ж безумие. Принимай решение, окей. Неужели тебе не хотелось сделать что-то для души? А уж потом думать, как заработать. Как видишь, нет. Я же здесь, правда? Тогда и так все было у нас сложно. Не-не, на меня валить не надо. Это твой выбор. Знаю. Я отказался, потому что... It would have taken me away from you. Серьезно? На двух языках опять разговаривает? Неплохо. Я как-то даже не подумала. Я просто... Что ты от меня хочешь? Опа! Уверенность, наверное, так. Я надеялся, что все изменится. Если честно, я еще надеюсь. О, нет, тогда раньше вы вместе, получается. Тебе стоило сказать раньше. Знаю. Он выбор сделал. Не хочу переживать это снова. Защита? А если будет иначе? Да ладно. Сам знаешь, что не будет. О! Да-да-да-да-да-да. Да! Конечно. Да! Засос! Да! Второй засос! Что ж... Завтра вторая серия, по одному серию обязательно. Ну так, проще не стало. Ой, улыбится, улыбится! Шоколад! Ой, улыбится! Заберем Эрин и свалим отсюда. Айдем. Слушай, а у меня не получилось. Это сам, когда в одиночную играл. Чарльз был уверен, что найдет его. Посмотрим. Да ладно. Кто, блядь, постоянно ходит и запирает двери? Вот именно. Может, это кто-то? Может, замки автоматические? Конечно. Стой. Что там? Это что, блядь, чья-то шутка дурацкая? Откуда это? Это твое? Нет. Это она? Да. Шелби. Один лак? Не надо. Мы красили одинаково.
Это он. Что? Это он. Тот тип сзади. Знакомый? Типа того. Просто все время где-то пересекались. Он был иногда на тех же вечеринках. Это я виновата. Нет, это неправда. В тот вечер мы хотели встретиться. Собирались выпить и пойти тусить. Я проспала. У нас тогда было не принято приходить одной. Шелби ждала, а меня все не было. И тогда он на нее напал. Все хорошо. Что тут хорошего? Это пиздец! Я живу с этим каждый день, и кто-то в курсе. Кто-то оставил это для меня. Это что такое? Без понятия. Бегите. Но что-то плохое. Что за черт? Бегите сюда! Чарли! А комната это... Я говорю, что двигается. А! Профессор! Чарли! Бля! Ты нажимал! Джейми! Чарли! Бля! Не знаю, но меня это очень. Бля, я профуфукал все. Бля. Покажи. Че, главное, что он живой. Чарли. Да, он живой. Руку. Не трогай. Дай помочь. А, тише. Больно. Руке хана. Да что ты говоришь? Надо в больницу. Еще одна причина сваливать отсюда. Надо как-то собрать всех вместе. Да уж. А, так. Наконец-то ты застрял. Блин, я опять старик. А, без рук. Так, пират, минутку. А там, ага, мы оттуда. Кстати, когда я в одиночестве играл, такого не было. Что-то отличается. Что происходит? Дюмет, что у него с башкой? Он был дерганый. Но я тогда подумал, что он просто чудик. Большая разница между чудиком и убийцей. Блин. Давай прикинем. Ты видела, как Дюмет уплыл? Может, он узнал, что здесь убийца и сбежал? Может. Или тот мужик был не Дюмет, а кто-то другой. Вот тот именно. Мужик в маске? Видишь, курс изменен. Что-то меняем. Ловушка, ее же так просто не сделать. Все продумано заранее. Кто-то хотел, чтобы мы попались. А значит, на пароме с нами почти наверняка был не Дюмет. Так. Так открыть. О, нет. Серьезно? Да ладно. Был такой трюк. Чего? Что это значит? Что нам всем надо смотреть под ноги. Ага. Надо будет смотреть под ноги. Пока что ковер, ковер. А ты где? Я около двери был только что. Ту, которую открыли. Пытаюсь понять планировку. Кажется, комната Эрин полностью отрезана. Кошмар, Чарли. Зачем он так с ней? Потому что ее проще всего напугать. Легкая добыча. Вспомни наше шоу. Это логика социопатов. Ладно. Ой. Кстати, я нашел это самый проход сюда. Иду. Я тебя слышу. Раул, мне кажется, что мне пипец, Рауль.
Не-не-не-не-не-не-не. Стой, никаких пипет не будет. Не, я пока что живой, но я в будущем думаю, что пипет будет ему. Вот я тут. Я тут. Слава богу, ты живой. Да я живой, но я боюсь, что вот этому вот старику будет пипец. А старика не жалко. Но мне все равно ему... Так. Ой. Рука болит, пиздец. А, вот, вот туда надо... Ай, да ёпту. Вот туда хочу посмотреть. Что-то. А, вот тут что-то есть. Не знаю, как это поможет. Да ё-моё. Упрись плечом и надави сильней. А, я же думал, нажимали опять надо. О-о-о! Это пивовая ловушка. Кстати. Свинью нарезали. Ой-ой-ой-ой. Шашлычок. А, это что, отсылка к фильму «Пила»? Наверное, да. Им не помешало бы выучить боевое искусство. Мы в долбанной матрешке. Где? Ну, в матрешке. Ну, кукла внутри куклы, внутри куклы. Крыша поехала. Этого не хватало. Мы застряли на кухне. В пустом отеле. На частном острове. Опа. Даже если выйдем отсюда... То как выбраться из дома? Именно. Чарли, я нашла выход. Да вот. Ё-моё. Дверь на петлях. Наверное, не так сложно будет выбить. Отойди. Это что-то новенькое. Дай мне! Так. Ой-ой-ой! А вот сейчас будет пипец. А ты сзади меня стоишь? Нет. Кто это? Надо глюк. Я упал. Ага. А ты за кого играешь? Не за кого. Пока что я сейчас не понимаю. О, нет. У меня сейчас заставка. Сука! Стой, стой, стой! Блять. Да. Подожди, я сейчас играю за шоколадку. Которая только что была... Мы с тобой просто поменялись. О-о-о! Подожди, не говори, что ты сейчас за старика играешь. Нет, за твоего любимца. А! Как тебя зовут? Блин. Это с наушниками. Да-да-да. Микрофоном. Открыть. Можно открыть с помощью ключей. Чего? Ага. О, ворота открылись. Так, открыть. Взять ключ. Ой, не ключ, это... Так, 1573. Еще какой-то. 1573. Хватит оставлять коды, где попало. 1573, окей. Открыть. Так, а как можно поднять? 15, а 70, ну, 3. Я прямо уверена была. Ну да. 0,4, допустим, 0. Ладно, у меня еще один код есть тогда. Подожди, 0,4, подожди. 0,4,51. Почему 0 не работает? 0,1. Ой, какой 0,0? Блин. Ладно, давай 4 нуля. Пока что, ладно, пофиг. Нет. Ладно, 0. О-о.
0.1. Ой, ну, блин, 0.451 надо было. 0.178, да? 0.178? Да, 0.178. Но 0.1, сейчас, 1, 7, 8. Давай, сейчас, 7, 8. Нет, окей. Блин, зря записал. 0, подожди, 0.4, 51. 51. Нет, ты издевайся. Ну, почему? 15.73. 73. Нет. Так это какой код-то? Интересно. Тут сейф. Код-то... Так, посмотреть. Ну, 15.73. Но он не работает. Здрастик. 15.73 не работает. Почему? Посмотреть. Открыть. Да ладно, смартфон. Ужас. Так. Я не знаю. Так. Ой. Ой. Извините. Сейчас. Ладно, сейчас я это самое. Ты, надеюсь, ничего не будешь делать? Так, минутку. А, в каком смысле? Сейчас я пожульничаю, кстати, немножко. Давай. Так. Какое... Серьезно, откуда мне было знать? Ой. Ой. Да. Да. Что там было? 666, да? Нет. Пароль. Нет. А ну-ка. Сейчас попробую. Надеюсь, правильно. Посмотреть. Значит. Так. Серьезно! Я гений? Откуда мне знать было? Найден секрет. Серьезно? И ради вот этого вот мне надо было взламывать? Сейф? Подожди, может быть, тут было... Обратитесь к доктору К. Только что записку почитал, что... 72-го года, типа, ученик накидывался на всех, причинял боль. А-а-а. И потом его попросили, родители просили, чтобы родители, чтобы пришли в школу. Назад? Отец отказал. Короче, очередной маньяк.
обиженный на открыть. Что это? Нет! Пусти! Фу ты! Тупой кусок говна! Манекен. На меня только что манекен упал. Посмотреть. Опа-на! Я ключ нашел. Зал. Ага. И надо было так его поставить еще здесь. Этого свет мигает. Недоступно. Смотри. У меня ведь ключ есть. Угу. Стоп. А, посмотреть. И что? Неразборчиво. Д какой-то там. Ага, доктор чего-то там. Ага, картина. Посмотреть. Короче, и что? Пытались людей вылечить от алкоголизма при помощи серебра. Ага. Только что прочитал текст, и короче, там читалось, типа... Алкоголизм — это слабости человека, а потом через некоторое время передумали и сказали, что алкоголизм — это болезнь, и это нужно лечить. А лечить надо при помощи серебра. Ага. Компьютерные игры — это тоже так, болезнь. Простите? О! Я тихонько. А, что за пиздец? Кто тут нашел? Ебануться! Это что за контент 18+? Это... Я не вижу. Ебанут, это же... Какой контент 18+! А, я должен тебе подождать или как? Чуть не понимаю. Я не знаю, наверное. Блин, это же контент 18+! Подожди, это принтскрин надо сделать. Давай, сделай. Чтобы сильно обидно не было. Здравствуйте, так, посмотреть. Ты куда нагибаешься? А, стопка. А, тут стопка. Камера! И что? Опа, еще ради приемник. Ебануться! А, ебать! Бля! Гондон! Ебучий манекен! А, видимо, я должен тебя дождаться. Эрин. Но пока я если... О, я тебя вижу, кажется. Если ты за Эрин играешь. Эрин. За кого? Ты за Эрин. Ой, простите. Эрин. Make her cooperate of the will the kill her. Чего? Как же, как это я зову? Make Эрин. Эрин, Эрин. Make her hide, скажи ей спрятаться. Рауль, если что, прячься. Эрин, ты слышишь? Прием, Эрин. Джейми? Слышишь меня? Что происходит? Что? Ты в опасности. Как ты? Послушай меня. Делай, как я скажу. Джейми, что происходит? Где ты? Я не... Послушай. О, черт. О, нет, нет, нет. Эрин! А! Да, ничего не слышу. А! Я в чем? Эрин, беги оттуда немедленно. Тебе по-английски. Дюмет убийца. Поймал Чарли. Убил смотрителя, я сама видела. Уходи скорее, давай! Прямо сейчас! Беги! Ну, хоть я это понимаю, run and go, типа, уходи. Поздно. Рауль, беги, это там и прячься!
знаю, где спрятаться. Там будет шкаф или что-то. Бегу, 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 бегу. Вот он идет! Он идет, сука, идет! Гандон идет! Он за тобой идет, гандон этот! Вижу, вижу, вижу. Я под столом. А, счет, типа. Все, потеряли девчонку. Расстройство. Надо было бежать. Там будет шкаф. Не поможет, если мы сдохнем. Ну, значит, надо не сдохнуть. Чарли! Джейми! Ты где? Куда все пропали? Надеюсь, спокойно сидят и ждут, когда мы придем. Конечно. Кейт, посмотри-ка. Что за фигня? Мы что, заперты? Похоже на то. Стой. Что? Слышишь? Это они? Откуда звук? В ресторане кто-то есть. Какой план, Чарли? Вас всех убьют. Хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Чё себе? Вы двое работаете за команду в 10 человек. И Ки, несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям? Что за херня? А? Марк, ты что делаешь? Не подходи к ним. Спокойно. Это куклы, наряженные как мы. Странно? Да. Повод паниковать? Нет. Серьезно. А, посмотреть. О, кстати, я пойду. Это просто пиздец. Да. Что за чертовщина? Э? Это все, что может сказать. Пошли, я хочу на себя посмотреть. Вот, это я. Жесть. Так на него похож? За пару часов это все подготовить просто невозможно. Лишь гений. Кто это сделал? Боже, как же мне страшно. А кто-нибудь видел Дюмета? Боже, Марк. Он одет прям как ты. Зачем тратить столько сил? Просто поиздеваться? Ох. Так. Ну, закрыто. Нас сюда и на ужин, а потом сбегать. А, закрыто. Подслушивали, гады. Так. А, у меня в пакете... У меня ничего нету, да? Блин. Ха. У меня тоже. Только фотоаппарат. Стоп. Дверь вестибюль закрыта. Это ты ее захлопнул? Нет. Тогда кто? Закрыто. А? Слышишь? Серьезно, мы вернулись обратно? Шаги. И они все ближе. Тихо. А? Я смогу. Я смогу, мне получается.
Есть. Красота. Наконец я научился. На пол. Ау. Джейми, слава богу. Как же я рада вас всех видеть. Нам надо сваливать отсюда. Да-да. Откуда Бог знает? Ты как? Хреново. Это место просто кошмар. Конечно. Дюмет убил смотрителя. Что? Мы сами видели. Дюмет? Это ловушка. На нем была маска, и я знаю, что это бред, но я не шучу. Теперь он хочет убить Эрин, надо идти. Так, постой. А где Чарли? Не знаю. Мы разделились. Этого не может быть. Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, это что, прикол такой? Подобно отрицать. Тела убьют. Боже, убьют. Заткнитесь! Убьют. 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 Бутылкой. Это что? Это стекло. Муляж или от зверя какого-то, точно? О! Не-не-не-не. Глазик. Сейчас я такая попробую на вкус. Ну, какой вкусный. О, фу! Настоящий! Он настоящий, блядь! А что, не видно было? Надо валить отсюда. Закрыто! Что происходит? Ту дверь теперь тоже не открыть. Да. Дюмет! Лох! Поиграть хочешь? Иди сюда! Давай! Иди, поиграем! Ой! Мне сейчас выбор. Ой-ой-ой, сейчас будет минус второй. Рауль, сейчас будет минус два. Все плохо, да? Да, потому что у меня руку. Свет. Сейчас найдут мою любимицу, наверное. А ты где? Ты кто? А, я не знаю, кто пока что. Сейчас я... А, подожди, я шоколадка. Ну да, я шоколадка. А, что? Это Чарли! Он в порядке? Ёпарасете! И правда он? А ты что такое? Нам надо туда, пока ничего не случилось. Посмотреть. Там кот был какой-то. Народ, смотрите. На дверях. Это Чарли. Прощай. Дюмет его поймал. Тут... Жизнь как вино, что нам испить дано. Ага. Что? Смотрите. Тут это кот. Шифр. Типа головоломка. Да. Понимаете, о чем я? Он ставит ловушки, играет с нами. Нет уж, я не фанат таких квестов. Ни о чем. Так. Вспомните. Пожи. Так, да-да-да. 1573. Ой, продолжить. Сейчас, минутку. 15-7. Кроме Генри Холмса. А у него кто есть тут? Еще любил такие игры? Может, его личность в другой раз поизучаем? Ну-ка. 15. Я хочу понять, как выйти из игры. 53. Ладно, но потом. Если мы хотим выбраться, сейчас придется играть. Красный, подожди, красный.
Красный, синий. Зеленый. То есть зелененький и темно-зеленый. Окей. Значит. Тут надо. Красный. Подожди, так, первый. Красный. Подожди, красный. Это тут вот надо посмотреть. Окей. Красный. Желтый 6. Желтый 6? Желтый 6. Окей. Желтый 6. Ага. Так. Желтый 6. Берем. А, я не то взял. Смотреть. Да, вот эту вот бутылку возьми. А, вот тут. Я понял. Желтый 6. Подожди, это желтый был? Желтый 6. Или это зеленый был? Тут посмотрите эту бутылку. Может, эти даты на бутылках что-то означают? Вот именно. Красный 1. Красный 1. Так, красный. Красный 1. Ага. Окей, красный 1. Так, красный 1. Красный 1. Взять. О. Красный какой-то, давай-ка посмотреть. Зеленый 9. Ага, зеленый 9. Смотрите, одна погасла. А, у нас тут на время ебануться. Посмотреть. Открыть. Вот она, последняя. Синий 8. Синяя 8. Так, все. Я знаю код. Так. Похоже, что-то типа таймера. Значит, времени мало. Скорее. Открыть. Красный 1. 8. 9. 6. Да! Получилось! Да, я гений! Что он делает? А сигареты нашел довольный. Ой-ой-ой, ему пипец. Это Чарли, там. Что это за место? О-о. Начинает газом запускать. Стой. Что это? Смотрите. Он ведь как-то связан с комнатой, где Чарли. Эй! Кто-нибудь! Я здесь! Что-то происходит. Надо его вытащить. Да, но как? Мы даже не знаем, где он. Народ! Это что за хрень? Одна из этих штук. Ой-ой-ой. Стой. Если там газ... Надо что-то делать. Стой! Не надо! Он так сгорит. Стой! Что делать? Пожалуйста. Ой-ой-ой. Удерживайте. Он в печке. То есть я в печке. Получается. Огонь стал слабее. Да. Блядь. Назад! Марк, не отпускай. Он сейчас выйдет. Боже.
не отпускай! Подожди! Сейчас он выйдет! А как же Марк? Блин, держать? Одет решетка, чуть-чуть осталось. Я держу. А, есть. Давай, 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 давай. Давай, старик. Подвигайся. Есть, спасся, все. Блин, мы старика что, спасли, да? Да. Нет, блин. Сгорает. Слышь. Или хотя, нет? Может быть, ему просто больно. Ты не виноват. Да. Минус два. Ситуация о! Наших друзей накаляется. Конечно. Чарли, похоже, спёкся. Да-да. Сложные личные отношения влияют на совместную работу. Но, похоже, Марк и Кейт все же справляются. Они узнали друг о друге что-то новое. До чего у мистера Дюмета сложная аниматроника. Очень изобретательно. И весьма реалистично. Мне интересно, где он берет детали. Думаю, на данном этапе справедливо дать вам небольшой совет. Давай. Сравнять шансы. Что скажете? Давай, ладно. Почерпнем вдохновение в работах Артура Конан Дойла. Похоже, наш друг Герман Маджи так любил Шерлока Холмса, что взял его фамилию. Ты про загадки? У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре паутины. Но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой из них. Надеюсь, поможет. Я. Вам лучше вернуться к делу. Не. Удачи. Да-да. Короче, минус два у нас уже. О! У него пульт. Блять. Что за херня? Стой. Слышите? Ага. Это снизу. Вдруг это Эрин? Нифига. Черт. Это ловушка. Это единственный выход. Так что... Скоро узнаем. Блин, а я за кого играю? О! Я за шоколадного играю. А ты кто? Я этот, тоже шоколад. А! Только противоположного пола. А! Думаешь, стоит? Других вариантов нет. А! Я позабыл, у меня есть вот эта вот вспышка у меня есть. Где? Ага. Я не знал, что сегодня так все будет плохо. Да-да. Если бы я знал, бы я бы... Но они могли... Кто ты, блин? Куда мы попали? Если бы я бы знал бы, Рауль, тут что, так будет плохо? Должны были выжить? Да. Кстати, могут даже вы... Прикол в том, что все могут выжить.
жалко так. Это Лора, администратор. Что за черт? Сообщает, что спа Колумб открыт для посещения. Каждый из уважаемых гостей для нас произведение искусства. Долбаный урод. Он следит за нами. Ой-ой-ой. Ага. Так. Здесь хоть трое выживут. Ну, не уверен я. Уже все, да? Боже! Так, тут у нас есть вот это вот, а смотрите. Ха. И что? И что мне это дало? Смотрим дальше. Да ё. Чего? Манекен? Да. Чё? Здесь должно быть хоть что-то полезное. Ну. Честно говоря, смотреть. Чем сейчас ноги дать? Да. Было бы хорошо бы. Странно. Ты знаешь, что дальше делать надо? Сюда? Чего? Посмотреть. Записка. Нет смысла тут стоять. Ага. Так. Так я забыл, куда надо было делать. Куда надо было дальше идти-то. Тут так темно, что я вообще ни хрена не видно. Серьезно, это что, да. Из... Истинная концовка. Застряли в бассейне. Угу. Так. Смотрим дальше. А, ой. Ну, хорошо. Зайдем в спа. Нельзя только смотреть. Вот так. Ага.
Так. Может, она зависла? Так, стоит, да, смотрит, смотрит. Эксепшн. Так. Здесь должно быть хоть что-то полезное. А, в каком смысле? Ага. Ага. Пригнуться. Пригнуться нашел. Так. Угу. Так. А ты где? Я бы тебе сказал бы. Звезде. Я вообще ни хрена не вижу. Сюда? Что? Вот здесь, круг. Чего, я обратно пришел? Я нашел какую-то щель. Я вообще ни хрена не вижу. А, вот и где. Да ладно, ты вернулись, Тист? Ну да. Я тут ни хрена не вижу, просто. Настройки экрана, яркость. Я ни хрена не вижу. Продолжить. Let's go, детектив. Я это самое яркость выключил на максимум. Нет смысла тут стоять. Да ладно. Он как кошачье зрение. Серьезно, я не, вообще ни хрена не вижу в этом. Да, теперь вообще чё... Теперь я вообще чёченько вижу. Ага, тут ещё двери были. Ага, тут закрыто. Вот это я читерский прием нашел, а? Так. Смотрим дальше. Да, почему ты не можешь обойти? Ладно. Вниз. Допустим, то вниз надо идти. А что надо дальше-то делать? Ничего не остается, как ты. Туда нас. Пошли. Вот до этого. Это я не могу поднять. Шкафчик, картина, записки. Ой, это я. Ничего не понимаю. Что мы упустили? Какую деталь? Может, ей по морде дать? Не. Здесь должно быть хоть что-то полезное. Ага. Блин. Хм. Это бассейн так следует последний раз. И тогда тут тупик. И что? Все.
Сюда? Ну да. А, и что? А, или нет? А, не а. Нет. Не а. Ага. Серьезно? Да ну нафиг. Да ладно. Нет смысла тут стоять. Где ты? А, не понял. А, не понял. А ты куда-то наверх пошел? Нет, я да тут я. Я тебя вижу. Да я. Да я около этого самого, пошли. Вот, вот стой, вот иди сюда, вот иди, вот повернись ко мне лицом. Нет, в другую сторону. Вот, да-да, иди вперед тебе, иди вперед. Вот сюда вот. Да ладно. Серьезно. Просим всех участников парных процедур собраться у стойки рядом с... Кстати, она подсказывала! Слушай, она подсказывала нам все время. Вот это вот она все подсказывала. Она стояла и смотрела наверх. Да, но не туда же показывала. Сюда! Ладно, давай продолжим путь. Да, нам не в эту сторону, Марк, да. Я знаю, что в эту. Давай попробуем выбить эту дверь. А то что, нельзя было выбить? Не говори. Три, два, стандарт. Один, давай! Мне хватило силы, хватило. Еще, готово? Еще раз. Три, два, один, давай! Мне есть кого-то. Есть пробитие. Ой-ой-ой! Кейт? Что случилось? Мы придем к тебе, будь здесь! Скорее! Ой! Больно. Опять начинается. Что? Но текст был другой. Опять ищи. Тут золотую... дырочку. А вот сюда. Отверстие. Как скажешь, отверстие. Потому что Павел Михайлович правильно говорит. Дырка только в жопе. О, кстати, я нашел еще одну визитную карточку. Я, кстати, нашел проход. Иди за мной. Визитка 2 из 5. Ага. Записка. И что? О-о.
Зачем они оттуда шел? А, это ты? Да. Деньги тебе копятся? И что? А! Это наше будущее. Не. Опа, это что? Нет, такое будущее мне не надо. Я тоже не хочу, так что буду выбираться отсюда. Оу, щит. Я так надо понимать, до кого залез. Опа, за нами наблюдают, как всегда. Надо пойти в глаз дать, пока он там. Да. Арматурой. Не отходи. Конечно. Да-да-да. А лучше это... Рейкой за ножом. Вау! Это что, блядь, было? Нет, прикольно, как в фильме ужаса сделали. Замечательно, еще ниже. А я что, я для чего живу? Где-то должен быть выход. Ага. Опять. А, полеты. Я здесь. Окей. Я посвечу. Ой. Опа, посмотри. А ты где? Ты уже наверх поднялся? Нет. Тут должен быть проход. Я уже нашел. Да? Да, даже приду за тобой. А, ты, а, ты увидел. Вот здесь. Давай, забирайся наверх. Так, сюда перепрыгиваем. И что? Опять это! Нет! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо это! Главное не зависеть. Главное это. Чтобы глюка не было очередного. Давай, давай, ты можешь, ученик мой. Ага. Отлично. Ты стал лучше. Я больше тебе. Здесь не должно могу. Быть хоть что-то полезное. А дальше что? Вниз? Да, и опять на палету. Таком это твое слово. Палет. Откуда я знаю? Да. За что я работал? Ну да, я тебе говорю, что ты знаешь это, потому что я тебе говорю, что знакомое слово. Палет. Я их сортирую по категориям. Да. Потому что я... Эксперт по палетам. Да? Давай, расскажи, какие бывают. Поверь, очень много видов. Другой игрок ждет. Да я знаю, что ты ждешь. Я не могу так. О! Тут тыкать надо! Да ёб твою! В этой спину сорвем. Да я тыкаю. Я успел. Я нет. Успел. Там надо, я не знаю, какая скорость надо, чтобы тыканье. Ты God of War после не играл. Да ну нафиг.
А. Только не... Не говори, что опять. А, вот. Хотя бы вот так вот пройти можно, наконец-то. Аж как будто мы отправились сами с... самого сердца тьмы. Оу, какая попа! Благодарствую. Старался, качался. Хотел в подзал. Посмотрим мои попы, 5 евро. Спасибо. На счет вышлю. На ваш инбокс или мейл вышлю счет. Нет! Мой... Нет! Не надо! Пожалуйста! О, это отсылка к Пеле? Ну это Пела точно, ребята. Серьезно, ну это отсылка реально к фильму Пела. Это 100%. Скорее всего, вдохновлялись этим фильмом. Тут был ключ где-то. А, ты уже подобрал? А. Потому что это вот в фильме Пила вот такая была ловушка. О-о-о, тогда скажу. Ну идем? А, я шевелюсь. Я не могу шевелиться. Я застрял. Попробую фонарь выключить. И включить. Все, я застрял. Потолкни меня. Вмажь меня. Да я не могу ударить тебе это. Лен. О, ты ведь не двигайся, правильно? Да. О, я могу тебе грязные делишки делать. Вот так и я стой. Стою на... Я, кстати, ты неровно дышишь. Да, я не знаю, что не... Да я не могу тебя подвинуть даже. О-о-о. А я хожу хоть куда-то? Нет, ты просто стоишь. Какой попец у тебя. Блин, надо перезагрузить. Давай. Ага. Давай. Главное меню. Блин, неловко вышло. Начинается. Выбирает тебе, естественно. Приглашает в игру. Приглашает в игру паштет. Окей. И что? А, я понял, почему я не зашел. Потому что я не нажал пробел. Нажми готов. Ага. А где он? А он тут. Спрятан посерединке. Между нету! Да. Как нет? Вот. 4, 3, 2. Как такое может быть? Ой, глючит игра в именами. Ну, да. Ну, должна игра качественно сделана. Качественно, да. Качественно дерьмо. Да не. Не могу сказать, что очень хорошая игра. Ага. Единственное, баги есть. Вот да. Это минус. Так, ключ у меня. Ты ключ подобрал, да, надеюсь? Всё? Что, да. А, да. Ну тогда идём. А куда идём? Сюда? В лобби? Открыть. А, я думаю, это я должен. Ну да, логично. А ты, кстати, чуть не исчез на моих глазах. Недоступно. А... Я понимаю, что хочется, но... Не в самое то время. Вот я к тебе подошел прямо. Давай, ей. Вот это. Оно с тобой подохнет. Ну. Так. Куда, туда или туда? Не знаю. А давай туда, освободим ее. Куда? Кого? Куда вот идем? Вот так вот сюда. Ой. А чем это делал?
Может, какую-то подсказку найдем? Так. Разбитый телефон. Это намек на то, что высосло. А, смотри, сейчас вытащим. Марк, сюда. Помоги сдвинуть. Готовься. Вы где? Марк? Джейми? Тише. Кейт. Все нормально. Мы живы. Слава Богу. О! Одна жива. Нашли ключ. Пошли отсюда. Так. Так, трое живы пока что. Ну да. О! Здорово! Лошара. Слышишь? Сюда. 181. Подожди, а сколько там было? 170. Подожди, было 170. Уже стало 181. Стало 181? Подожди, почему 181? Было 100... Подожди. Я же твоя любимица жива. О! Нет! Серьезно? Жива? Да. Я думаю, и профессор жив. После чего? Она жива. Но ей что-то вкололи. Да. А, сейчас будет выбор опять. Я понял. Если что, любимицу выбираю. Чёрту пенсионера. Добрый. Откройте! Эй! Выпусти меня, Кейт! О-о-о! Сейчас будет выбор! Вытащите меня отсюда! Эрин! Где ты? Выберешься? Так, любимицу спасаем, я тебя не что? Слышу! Ебануться! Ой-ой-ой, сейчас будет пипец. Кейт! Я тебя понял, да? Бля! Спасаем её, её спасаем. Ты не ранена? С тобой всё она будет подспотичней. Выпусти меня! Быстрей! Вы опять попались! Конечно, глупо так на ловушку только попасть. Что это? Подожди, а как можно? Блин, тут сейчас будет... А, они воздух будут выкачивать, я понял. И надо кислороду дать кому-то. Так что, кого спасаем? Я не могу. Не могу дышать. Окна закрыты наглухо. Видимо, он хочет, чтобы мы смотрели. Стой, смотри. Тут рычаг. Какой-то рычаг. Чтобы дать воздух? Нет. Не обеим. Он запускает вытяжку. На кого укажет рычаг, та задохнется. Что? Ага. Спустите нас! Он хочет, чтобы мы выбрались. Серьезно? Господи! Любимицу спаси. Не могу. Будем стоять, тогда они обе умрут, Марк. Я уже выбор сделал. А! Давай, Родион, принимай решение. Я надеюсь, ты правильное решение. Джейми, пожалуйста. Не хочу. Я не хочу. Это кого выбрал? Помоги мне. А ты выбрал? Надо выбрать. Сделал? Сейчас. Это не я сейчас принимаю решение. Нет. Мне ты пришлось, что? А то умерли бы обе. Спасибо! Спасибо! Подожди, не надо. Нет, нет, Кейт! Окно. Окно. Совершенно. Разбейте окно. Там щель. Так. Назад, назад! Ну! Да ладно,
4. Да! Все. Еее! А ты кого? 3, да, 3. О, боже. 4. Все. Родион, 4. Я дышу. Кейт, ты как? О-о-о! Смачно! Что? Что это было? Дюмет с нами играет. И мы все здесь в полной жопе. Так. Ты как? Слушай, отвали от меня. Народ, нам надо все обдумать. Иначе он нас всех убьет, как Чарли. Стой. Чарли мертв? Хотя так ему и надо. Что? В каком это смысле? Я заблудилась и обнаружила диктофон. Там Чарли говорил с Дюметом. Он просил убить нас и обещал привести сюда. Нет, да не может быть. Я сама слышала. Нам нужен план. Плевать на игры, ловушки и остальное. У всех убийц из нашего шоу были слабые стороны. Предлагаешь попить с ним чаек и поговорить? Предлагаю подумать головой. Да. Гадать можно бесконечно, но если нас убьют, разницы нет. Нахрен расследование, я хочу выжить. Расследование — наш способ выжить. Нам его не переиграть, надо быть умнее. Ему нравится убивать по одному, надо держаться вместе. Постой. Возможно, он нас прослушивает. Куда пойдем? Назад паром. Он уплыл, помнишь? Он искал на тросе, план. Может, притянем. Давайте без можем. Знаешь, как им надо было поступить? Тогда маяк. Может, сумеем послать СОС? Просто в одном полиция месте, ведь патрулирует озеро, так? Явно не здесь. Ждать, пока он сам свет придет, маяка нет. Виден за много миль. Чем там наверняка ловушку. Полно ловушек. Значит, пойдем очень осторожно. Угу. Что еще делать? Ты что-то снимаешь? Без доказательств нам не поверят. Мне что, снимать, как он нас убивает? Да, и тела. Для полиции. А? Слышите? Стены опять двигаются. Кейт, стой, нельзя разделяться. Черт! Только Кейт! Что говорили об Стойте! Этом! Да, да, да. О, минус еще один! Пока что. Да ладно! Серьезно! Стой, нет! Вот тебе и это самое, тебе не надо разделяться. Всех разделил, молодец. А я и говорил, что лучше бы стояли бы на месте. Ты за кого? А я, кажется, я, кажется, за... Что за хрень? Да. И Родиона больше нету. Бля! Не поймал. Пожди, я за кого играю? За чёрник? Ой, извините, за шоколад, да? Или нет? Я за него играю? А, да, я за него играю. Seriously. А ты за кого? За шоколадку противоположного пола. А, ну чё, повезло нам опять. Блин, это же будет... Ой, я не понимаю, как это распределить. Открыть. Энергию. Закрыто. Так, хорошо, это идет наверх. Потом наверх. Потом сюда. Потом наверх. Нет, сюда. Потом... Спрячься! Ой-ой-ой-ой-ой! Кью. Потом сюда. А, неправильно. Ой, это вот надолго. Раз. Ой-ой-ой-ой. Блин, этот гондон идет. Стоит тут. А, блин. Раз. Два. Ёпарас это...
Да я держу Кью. Бля. А он... Ебануться. Он... А где он? Он ушел? Надеюсь, ушел он. Окей. Надеюсь, он ушел. Это тебе... Слушай, это тебе повезло, Рауль. Да ладно. Потому что мне сейчас... А, тебе решающий момент. Бля, где спрятаться? Черт! Мне надо спрятаться срочно. Кью. Бля, он... Он, понимаешь, у меня не решающий момент. Он тут тусуется. Этот гондон. Ой, ёб твою, мини-игра! Тут мини-игра еще плюс. Фу, прошел мини-игру. Блин, он, я ноги его вижу. Надо его по ногам, по яйцам дать ему. Да как он слышит меня? Тук-тук. Все. Да еще мини-игру, да восстановитесь эту мини-игру. Все, прошел мини-игру. Фу, бля. Да ты издевайся. Блин. Я сейчас Кью держу просто. И Кью... И левую кнопку мыши на готове. Фу. Твою ж это самое. Ага. Все так. Раз. Два. Три. Четыре. Вот сюда. Да, да блин, почему? Не говори, что он сюда идет. Где? Уёб твою, спрятаться! А, Кью. Паша, откуда он идет? А, он с этой стороны идет. Но с этой стороны он не заметит меня. Серьезно, он стоит. Есть, решил загадку, но ёпт. Да что ты смотришь, болван? Нету тут никого, иди. Да куда ты идешь, лошара? Вот куда ты идешь? Никого тут нету, давай пиздуй отсюда. Давай, давай, пиздуй, гондон. Не вижу фонарик. Вот теперь вижу. Ух, я выбрался. Ёбаный этот самый. Пока решал всё? Загадку, я уже Я бы лучше сейчас загадку разгадывал бы. Чем это самое? А... Подобрать. Взять. 3-8. Надеюсь, он не вернется. Что назад. За херня? Так. Ладно, тихо. Нажми кнопку. А я могу кнопку нажать? А что будет, если я нажму кнопку? Все, Марк, успокойся. А, твою мать!
5. Ага. Курс изменен. Так. Ага. Посмотреть. Надеюсь, он не вернется, этот лошара. Потому что я хочу почитать. Хочу почитать это самое. Полистать, как его называется-то? Бумажки вот эти вот. Всякую фигню пособирать. Ага, мне сюда, да, надо идти. Что, все? Так, я, кажется, у нас живой остался мужик. Я попробую. Ладно. Не, шоколад, за кого я играл, он живой остался. Боже, а я кто? Да ну нафиг! А ты кто? Пошли. Рауль, ты кто? Живой. Профессор живой. Он живой. Все 5 живы. Серёжа, все живы? Вы же... Не отходи. Да, мы спасли. Нееее, все живы. Ху-ху. Все живы. Я сейчас за него был. Да, все живы. Замечательно. Египетская сила родила. Да, египетская пирамида. Все живы остались. Все живы. О! Я на него играю, я свидетель. Напрямую с ним играю. Слушай, а сейчас это... Ой, за мной моя эта любимица ходит. Так. Я только что из решетки выбрался, где мы, он спрятался. Помнишь, под Эдгаром? Да. Маньяк зашел посмотреть, мертвый или нет. А он такой подходит, вылезает такой. Блин, он живой. Опа. Правильное решение примем. Ага. Смотри, какие мы с тобой молодцы. А изначально как? Ой, покусил я. Что, Рауль? А ты изначально помнишь, как ты думал, все погибли, все кончено будет, все плохо. А смотри, как все обернулось. Так, кстати, книжка. Кстати, книжка. Очень вовремя стоит. Развить. Чарли, почему ты ее сюда выкинул? Ну еще бы. Слушай, она вообще шикарная книжка. О, офигенно книжка, как упала. Да ну нафиг. Да, тыкалка, я тыкаю. Это просто жесть. Вот так. Не говори, что она может! Серьезно? Вряд ли это Джейми. Угу. Посмотреть. Открыть. Так, посмотреть. Угу. Чего? И что, мне это все читать надо? Ты серьезно?
Короче, ладно. Спёкся, спёкся. Конечно, спёкся. Ага. Звук доносится оттуда. Кукла, и что? Беттани. Была такая в списке? Беттани. А кто сказал спёкся? Персонаж какой-то? Кони. Курс изменен. Собака. Кони. Куни. Не говори, что тут опять кот. Да не на. Остановитесь, пожалуйста. Тут опять кот, да? Так. Мамочка, не плачь. А где папа? Это комната. Так. Ага. Подожди, тут, надеюсь, кот есть. Не? Так. Так, а куда? Ой, тут зеркало. Так. Вперед, мне в эту сторону надо идти, сюда? Эй! И что? Вы меня слышите? И что мне делать надо? Я сейчас не понимаю, что делать надо-то? На голову нажать? Куда? Что? На ручку? Не. Куда, что делать надо? Тут опять скример будет. На Тося не обратно идти надо. Блин, это точно не обратно надо идти. Так, тут оно закрыто. Ха. О, у нее фонарик есть. Здравствуйте. Желтая кофточка. Желтая кофточка, вы можете подвинуться, пожалуйста? Рауль, у меня проблема. А, нет, все. Какая? Я думаю, желтая кофточка заблокировала мне проход. Я думаю, сейчас погибну. Так. Паша, а что дальше-то делать? По-моему, профессору конец. Так, осмотреть. Осмотреть. И что? Все, профессор умер. Мясорубку. Ух ты ж. А теперь да, уже все. Я одну кнопку не успел вовремя нажать. Черт! Блин, что это?
А, это что на пол... Это я. Лезьте сюда. Джейми? Слава богу. Что это за херня? А, дерзость. Он извращенец. What? Эта комната, я говорил? Зеркалом. Мерзкий Дюмет следит за нами и ныкается между стен. Ты видела Марка? В каком-то смысле. Он был на одном из этих мониторов. Слава богу. Я так за него боюсь. Конечно, Марк. Я видела, как Дюмет тут бродит. А Марк-то жив остался. Шоколад. Ага, я профессор загубил. Ай-яй-яй. Вот он, убийца. Давайте втроем ему по башке настучите. Кстати, да, это было бы эффективнее. Просто взять оружие какое-нибудь, подобрать палки, там, я не знаю, что-нибудь острое, режущее, и его нарезать его, как его называется, сыр. Охренеть. Ебануться. Что это за место? Тут видео с камер. Все для записи звука и пульт под кучу микрофонов. Он за всем следит. Не только. Тут пульты от всех систем. Гидравлика, электрика, полный фарш. Это как нервный узел. Контроль всего здания. Блин. Место режиссера. Сеть. Может, сумеем найти выход? Нам надо чем-то открыть внешние двери. Здесь центральная точка. Она связана со всем домом. Ебануться. Ага. Маньяк. Пошли, а кто? Я на кого играю? А я кто? А! Это очень круто. О, я шоколадка. Да, он богат, но с этим можно ракету запускать. Вот, кстати, тут пульт. Чарли говорил про расщепление личности. Посмотреть. Как будто под маской другой человек, который во всем виноват. Думаю, Чарли так сказал, потому что не верит, что человек на такое способен. Пошли, а он, надеюсь, не придет. Ты что скажешь? Неразумно считать его просто психом. Он полностью контролирует свои действия. Ух ты ж. Просто он спокоен, в отличие от нас. И в чем разница? Психи действуют импульсивно. Посмотри вокруг. Так. Он методичный. Это не безумие. Нет. Ага. Что я говорю такое безумие? Посмотреть. Маска так. На лице — это часть представления. Возможно, у него есть комплексы. А... Дает ему уверенность. Комплексы? Команда... Типа... Латония? Низкая самооценка? Он стесняется людей? Или мама его не обнимала? Смотри. Вот. За всем, что мы делали, следили. Так, подожди. Проблемы в семье. Так, подожди. Чарли Пейдж. Ага. Эллин... северный коридор, подвал. Ты читала наши материалы? Северный коридор. Я только свет ставлю. Так, интересно. Мне кажется, я права. Забитый ребенок, много гнева. В сознательном Смотрите. Возрасте он либо супер успешный, либо лузер. Никаких полумер. Опа. Жетон. Ему нравится чувствовать власть. Особенно над женщинами. Но чего он добив... Смотрите. И что? Что это? Мужик, которого убили. Это был трюк? Вот вам и смотритель. Зачем ему это? Напугать нас. Подготовить нас к его чертовым играм. Это манекен был! Это манекен был там! Может, это нам пригодится? Чтобы убрать решетку в вестибюле. Он следил за нами все это время. Подожди, а что дальше делать-то? Марк недавно был в подвале. Я знаю, что Марк был в подвале. Я вот именно за него играл-то. За Марка.
Ага. Потому что чуть-чуть это самое... А, это мини-игра была. Прячься и... Это самый, как его называется, это в ритм. Надо было, как его... Этот, тук-тук. Да-да-да, вот, вот. Вот в ритм я не попал, Каткас. А я попал. Да, чуть-чуть промахнулся. Так это ж у нас... А чё дальше? Я сам не знаю, что дальше. Так, посмотреть. Еще одна запись. А, я нашел, куда идти надо. Что делать? Куда-то наверх пошел. А, о! Моя красавица идет. Ой, ой, ой. Куда ты? Желтый свитерок. О, да не стой это так! Ее называют. Да! Желтый свитерок. Эй! Сюда! Блин, ты не дал. Смотри, тут фальшивые стены и прочая хрень. В этом доме все не настоящее. Он управляет им отсюда, это фабрика смерти. Все так. Кнопочки, двери. Используем это против него. Нужно найти Марка, а не играть с Дюметом в игры. Запрем Дюмета, и тогда сможем искать Марка, не опасаясь за свою жизнь. Но она права. Это немножко логично. Короче, так, он где-то здесь. Заманим его в эту сторону, и тогда зажмем его между этих двух стен. Выйти он не сможет. Будет сидеть. Да, но как заставить его туда пойти? Одно из нас придется быть приманкой. Ой, только не это! Нет, нельзя. Слишком опасно, Джейми. Значит, пусть гуляет? По-моему, это даже опаснее. Не спорь. Нет, нет, не катит. Если что-то случится, одна из нас умрет. Ну, я не то, чтобы сильно хочу. Просто меня уже достало бояться каждого шороха. Второго шанса не будет. Ну да. И кто пойдет? Раз план мой, я пойду. Джейми, нет. Давай еще подумаем. Не делай это. Кому-то придется. Как скажешь. Но если что-то пойдет не так, беги со всех ног. Понятное дело. Опа, отвертка. Ей можно отбиться в случае чего. А что делать? Понимай. А что за уверенность? Вот, держи. Если Дюмет придет, воткни в него. О, обнимашки. А поцелуйчики? Только вернись. Обязательно. Да, обязательно. Неа. А. Блин. О, даже так? Ладно. Хватит прощать. Блин, я отвертку отдал. Плану. Само собой. Как нам выбираться? Третий этаж, похоже, не додел. Будь готова. Надо так подгадать, чтобы он застрял. Осторожно, ладно? Конечно. Не рискуй. Если увижу Дюма, это придется. Нет. Не говори так, Джейми. Будь осторожна. Обещай вернуться. Эрин, я обещаю. Да. Я к тебе вернусь. Ладно, а то мне кажется, я тебя люблю. Или типа того. Ну, то есть... Еба! Давайте, засоситесь, не? Стесняются. Ладно. Третий лишний там. Да. Была не была. Давай. Бля, не говори, что я сейчас играю за ее, да? За... Серьезно, мне дают выбор играть за ее. Ебать! Какая жопа. Какая жопа. О, я запутал управление. Это нехорошо.
Прямо по коридору. Правее. Подожди, 6. Так, цифра 6. Угу. Цифра 6. А, цифра 5. Осмотреть. Я могу за тобой только наблюдать. Это все, что могу делать. Ладно, если что... И что мне делать с этим? Да, где ты? Вот, вот я вижу, ты идешь. Бежишь. Двери открыты. Тумбочка. Ушел за картина. Подожди. А, там есть цифра 6. Подожди. Подожди. Там есть цифра 6 и есть цифра 5. Понял. Так. Подожди. Вот тут вот, смотри. Тут есть цифры. Ой. А ты сейчас не видишь, да, где я нахожусь, не? Вижу, ты стоишь. Вот. Вот тут вот есть цифра 6. Вот тут вот. И цифра 5. Я не помню, где цифра 5 была. Сейчас, минутку. Цифра 5. Подожди. Цифра 5. Ага. Да, я вижу цифру 5 на стенке. Вот. Только очень плохо вижу. Вот цифру 6 и цифру 5 надо будет закрывать. Между... Это самое... Да, я вижу, твои ботинки светятся. Так, где ты? Я тебя больше тебя не вижу. 5, да, вот, я вижу. Вот, я сейчас около цифры 6 нахожусь. Так. А вот цифра, вот, тут цифра 5, кстати. Цифра 5 и цифра 6, а потом куда бежать надо будет? Интересно. Так, ты двери зашел? Да. Да я тебе зашел, так, уже посмотреть. И что? Не говори, что там стоит. Готовься, это самое. Да. Не говори, что тут Дюмя стоит. Блять. О, это же я. Ничего нажимать не могу. Я сам себя увидел в зеркале. Я тебя больше нигде. Вот вижу тебя. Ты с фонариком, правильно? Да, фонарик включил я. Только что. Ты находишься какой-то в палате. В палате. Палата, ай. Ага. Еще комнаты. Так. Открыть, подожди, какой открыть? Подожди, я хочу посмотреть, что тут есть, интересно, не? Блинский. Надо запомнить, цифра 5. И цифра 6. И цифра 6, 6 и 5. Всё, это самое главное. А! Гандон! Пока все тихо. Тварь. Это я не тебе. Там только что прошел этот самый долбоеб этот. Оп. Я потерял видеосвязь, я больше ничего не вижу. Беги! Я больше ничего тебе помочь не могу. В каком смысле беги? Беги. Меня отключили. Больше ничего не могу делать. Черт. За тобой идут. Ебать! Ебать, он тут! Ну все, вперед! Гандон тут! Давай, ой! Ебанутого! Гандон тут! Этот! Да, я вижу! Па! Блять! А! Бля! Тут надо правой кнопкой мыши нажимать, правой левой! Бля, он так медленно идет! По команде я готов. Давай! Ёбаный в рот! Я упал! А! Закрывай! Ну, закрывай! Закрываю! Нет, погоди! Чего? Я прошёл! Да!
Ты успел? Да, я не знаю. Я вроде бы, может быть, я успел. Может быть. Я не знаю, с какой стороны. О, блядь, нет. Нет, не успел. Еще раз. Вот с тобой бежит. Он как медленно идет. За... Бля... Беги! Ебать, он за мной бежит. Гондон этот. Господи. Блять. Мамочки! Бля! Да ну нафиг! Бля! Нет, 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 нет! Бля! Она в ловушку попала. Подожди, я ведь отвертку отдал ей. Подожди, я ведь ей отвертку отдал. Джейми, стой! Бля! Черт! Сейчас опять выбор? Наверное. Что это? Кнопка. Тут знак разворота. И зачем? Ой-ой-ой. Нет! Я понял, что будет. У него отвертка есть! Да, нас. Подожди, можно вот нажать кнопку, и он типа отвертку задавит. Типа попытается задавить. Подожди, может быть, в обратную сторону? Поворачивай. Кейт, похоже, если нажать кнопку, стена отъедет. Хочешь сказать ко мне? Да, если не нажму, меня раздавит. Стой! Знаю, если я нажму, тогда раздавит тебя. Нужно выбирать. Ебанутый Дюмет! Он этого и добивается, чтобы ты выбрала, кто из нас умрет! Прости... Прости меня! Давай, Родион. Убей меня. Прости, выбора нет. Прости. Ой-ой-ой. Блин, а если отвертку положить? Сломается. Ты не виновата. Ну и все, ведь она... Блять, ведь это стекло, ведь! Не надо смотреть! Это я не брошу стекло. Тебя одну! Джейми, не хочу умирать! Нет, только не так, только не так! Нет! Кажется, в пиздец ей. Нет! Даже не показали. Какой сокрушительный финал. Бля, минус два теперь. Джейми нажала кнопку, чтобы убить Кейт. Они, конечно, не всегда сходились во взглядах, но я не ожидал такой злобы. Чарли сумел сбежать из печи, только чтобы снова угодить в лапы Дюмета. Да-да. Пиздец полный. Моя недавняя подсказка вам помогла? Нихуя! Хотите еще одну? Давай! Давай, ладно! Обратимся к сэру Артуру Конан Дойлу. Вот это из человека с рассеченной губой. Не читали? Нет. Советую. Верный товарищ всегда полезен, особенно если он записывает наши истории. Можно подумать, что это сказано обо мне. А. Что ж, вам пора. Я понял, надо фотографировать. Полезны. Все. Хочется, чтобы они вас напугали. Правда, нечем. Слежу за вашими успехами. Да-да. Как всегда. Конечно, птица. Слежу. Да-да. Внимательно. Да-да, птица. Птица-говорун ты.
И не тебе. А, не понял. Я говорю, что отвертка! Да! Отвертка, Сина! Да! По мне похоже. Я отвертку отдал! Вовремя! Давай свалим. Давай его отверткой пырни. Этого гондона. Эрин. О! Что с вами случилось? О, Эрин жива. И это главное. Это он! Ебать. Блять! Гондон, бежи. У меня отвертка есть. Я чё, затыкаю. Подожди, а где наш шоколадный человек? А. О, шоколадный человек живой. Чего? У него фотоаппарат... Слушай, у него фотоаппарат есть! Как? Это... Он наружу выбрался. Серьезно? Он наружу? Ебануться, я наружу! Еба! А, у меня нету фотоаппарата, блин. У меня вспышка. А, пожди, я ведь... А минус один только. Ага. Ну да, пока что минус один, ну ладно. А, осмотреть. Черт. Подожди, ты сейчас за кого играешь? Пока не знаю. Ага. Пока заставка. Еб, твою. Еле-еле успеваю. Еле-еле успеваю. Да ёб твою. У тебя там... Сейчас очень жесткий, да? Замес. Посмотреть. Боже. Рука. Так, я спрятался в шкафчик. Ключ. Подобрать ключ. А, раздевалка. Я ключ подобрал. У-ху-ху. От раздевалки ключ. А где раздевалка-то? Надеюсь, этот болван за мной не будет гоняться теперь. Я тебе справился. В каком смысле справился? Опять надо... О, тихо. Все плохо. Ключ. Есть, выжил. Я еще одного человека я не потеряю. Опять. Это издевательство. Опять выжил. Так. Полотенце. Выжил. Опять. Я нервничаю. Открыть. Боже. Ух ты ж. Что здесь случилось? Что-то... Что-то не очень-то хорошее. С такой силой прямо. Может, ты должен успеть? Кто я? Я тут вдвоём. Мышка. Что это? Он забросил. Я победил. Иди отсюда. Иди за мышкой. А я могу, кстати, не спеша теперь, надеюсь. Я думаю, спеши. К чему? Остаться или бежать? Не знаю. Блин.
Так. Ебать! Как вовремя все падает. Надо было бежать. У меня игра дала шанс. Я сбежал. Что за черт? Как бежать? За черт. И что? Так. Слушай, хорошо, что я отдал. Опа, кстати, вот это вот картинка. Кстати, картинка. О, серьезно? Спасти, я спасу тебя. Серьезно, меня только что могут этим самым, как его называется, на стекло меня могут напороть. Есть, отбил. Бля! Я уронил чувака. Бля! Бля, я думал, сейчас я на стекло упаду. А нет, кажется... Бля. Я убил маньяка. Как? Ведь его нельзя убить. Он же валяется на земле, все кончено. Как? Да он не может это валяться, он ведь... Смертный, что ли? Нет, просто мне сейчас интересно. Если ты убил маньяка, то по идее... Мне нечего бояться, что ли, получается? Ведь он, ведь маньяк не может быть в двух местах одновременно. А вдруг, мы же не знаем, сколько их... А, ну да, не говори, что два маньяка. Чего? Он же не сверхчеловек. Ну, я понимаю, что могут быть два маньяка, ладно. Но он не может быть так. Все, он стал. Это не человек. Че, он живой? Это не человек. Он живой, это не человек. Гандон стал. А, ну он пока что за тобой гоняется ведь. Ведь он за мной ведь не может гоняться ведь сейчас. Паша, ну вплавь это точно не доплывешь-то. Это слишком далеко. Вплавь. Ах ты чёрт. Угу. Так, я идём. Я дубиницу не потерял. Так. Есть, извините. Это жестко, это просто жестко. Да-да, там дальше будет жестко. Это... да, дальше это жестко. Всех потерять, блин. Да, кстати, можно-то всех потерять-то. Пенсионеров наши потеряли. Но... Да, пенсионер не дожил. Не дожил до пенсии. Да. А ты идешь? Должна быть переправа. Могу. А в каком смысле? А ты за кого играешь? За шоколадного человека. А вот ты, вот он, ты идешь. Ужас, ужас. Почему все на мне реакция? Почему реакция на тебе? Я не знаю, почему на тебе. У меня тоже было опасно, кстати, Рауль.
Ах ты, черт. Рауль, у меня тоже было опасно, когда он за мной гонялся, этот хер. То есть не гонялся он за мной, а это самое... Он это самое за мной... Просто он ходил туда-сюда. И надо было вовремя спрятаться. Далеко падать. Вот эти, блин, еще звук в тишине сидит. А что, я не могу перепрыгнуть, не? Это лабиринт. Блин, да ладно, я не могу перепрыгнуть. Подожди. А надеюсь, у тебя там все хорошо? Подожди, ты не со мной? Нет. Я отдельно. А я думаю, ты какой-то ты не живой. Ясно. Я не с тобой. Ясно, это как лабиринт решить. Значит. Ладно, по лабиринтам я спец, фактически. Да. Ну пробел. А куда идти-то? А, чего? А куда идти-то? Ну прыгай-то. Ага. И что? И что мне делать? Я спрятался сюда, и что? Я сейчас не понимаю. Он не хочет перепрыгивать. Наверное, тогда не сюда идти надо. Подожди, а куда идти-то? Туда еще ниже, что ли? Нет. Куда идти-то? Вот туда идти. Я знаю, что надо было туда идти, подожди. Минутку, я посмотрю, что там за окном творится. Ага. Пошли, посмотреть. Дохлый кролик. И что? Наверх нам не дадут уже подняться. Ой. Это я. Продолжить. Ху-ху-ху. Не-а. Так, а куда идти дальше? Так. А, можно выйти. Так. Ну нам точно не в эту сторону-то. Ладно, нагнуться. И что дальше-то? Так, нам точно не туда. Ну, наверное, сюда прыгай. А куда-то?
Да ё-моё, чё... Ну? Серьёзно, сюда идти надо было? Да ну нафиг! Уже второй момент, где надо сквозь стенку проходить, то есть в узком пространстве стенки. Не говори, что было... О, Кёся! Беги! Серьезно? Я спас. Я убежал от собаки. Ой-ой-ой. Подожди, я за кого? Опять за этого играю? А нет, я просто тупо... Серьезно, я спрятался. Я обманулся, не говорю, что сейчас будет мини-игра опять. С этим сердцебиением. Сердцебиение это самое неприятное. Он сейчас стоит около окна. Этот болван. Если что, он не бойся, Рауль, он сейчас у меня тусуется. А, то есть можно орать. Ау! Да не, не в таком смысле. А в том, что он сейчас у меня тусуется. Черт. Так. Так я подготовился. Тихо. Как ты медленно ходишь? Он даже не замечает. Тяжело, он не замечает, что мы подглядываем. Опа, у него нож есть. Возьми хлеб и намажь паштет. О, сейчас сердцебиение будет. Все, одну прошел. Надеюсь, он не заметит меня. Ло! А ушел! Ха-ха! Лошара ушел! Слушай, он это само ушел, так что берегись, Рауль. Он может быть в вторую сторону пошел. Я не знаю, куда он пошел, но. Возможно. Он не сказал, куда он пошел. Вот точно меня не радовать. Чего? Ну все, мне кажется, мне тебя надо дождаться. Я не знаю. Прикол в том, что я... Надо найти другой выход. Мне надо выход найти другой. Он только что сказал. Блин. Осмотреть. Блин, был бы фотоаппарат, я бы сфоткал бы это. Он у меня. Маньяк у меня. А! Замечательно, тогда я могу не переживать. Но он точно ко мне не вернется пока что.
Так, да, выход найти. Выход, выход, да выход. Ой. Не говори, что он сюда пришел. О, господи. Нет, у меня пока. Бля! Ебануться, я трупы нашел все. Еба! Я все трупы нашел. Подожди, а... Наверное, это... Отпустить. Какой отпустить? Я понял. Это надо тянуть куда-то. А куда тянуть-то надо? В другую комнату, что ли, тянуть надо? Пошли. Отпустить. Пошли, а куда надо залезать-то? Так, подожди. А куда залезать-то надо? А! Или надо залезать? Чего? Чего? Не понял я. Сбежали. Боже, а как? Все живы. А как? Тебе помочь? Еба! Жалко, свитер! Чуть-чуть не скинело! Ты жива? О-о-о! Я думала, тебя убили. Я так рада, что ты цел. Где Кейт и Джейми? Я потеряла их в лесу, а потом... Мне было страшно возвращаться за ними, прости. Ничего, все будет хорошо, Эрин. Они придут. Эрин! Я нашла вход. Вы за кого? Идем. Не знаю. Я за кого? Со мной сейчас Эрин и Шоколад. Мужик. Шоколадный мужик? У меня сейчас. И второй. Желтый свитер. Да ладно, вот это встреча. Ну-ка посмотрим, как тут все работает. Подожди. Так, со мной желтый свитер. Так, тут закрыто. Подожди, а ты где? Тогда. В лесу. В лесу. Замечательно. А, тогда... ну тогда, получается, Эрин говорила, что она сбежала. Тогда вопрос, а где маньяк-то? Вопрос, а где он? Может тусоваться там, маньячил этот. Ого, сколько уже, 7 часов. А, ебануться, да. Ага, у меня собака надо погулять. Блин, тогда давай, может быть, завершим, кстати, потому что мы уже недалеко, кстати. Давай тогда завершим. Да, да. Потому что... Давай завтра закончим. Я думаю, завтра уже закончим. Посмотрите, маньяк. Чего? А текущее задание. Зажгите свет на маяке. А, и смотрите, маяк. Окей. Я маньяк почитал. Кейт. Ага. Кейт, Эрин. Ага. Окей. Ну, тогда давай, пока. Завтра, пока-пока, завтра обязательно продолжим. Ебануться, ой, как долго. Очень много эмоций. Я как орал, никак не нормальный, ёпты. Ёбаный маньяк, ладно. Я тоже, блин, так понервничал. Все, пока, завтра. Пока, давай. О, щит. Так, микрофон такой. Всем пока.